Эй, дроссель, смотри, как я уделаю этих сатурнианских тихоходов. Да, ну ловок. Самый крутой душка-рокер во вселенной. К тому же скромный. А, вот это жизнь. Летишь себе по космосу, ни пробок, ни знаков, ни разметки. Абсолютно никаких проблем. Вот это да. Командир, объект опознан. Это звездоцикл. Такие были в ходу у пещерных мышей с планеты Марс. Немыслимо. Разве мы, плутарики, не истребили все коренное население Марса? Хотя, майор, приказываю разнести их посудину в звездную пыль. Выполняйте! Кто-то нас сильно не взлюбил. Да, кто-то жутко похожий на плутариков. Я их нюхом чую. Кажется, мы нарвались на их патрульный крейсер. Дьявол. Как по-вашему, опалить этим карасям плавники? Давай. Плутариков гриль заказывали. Снайпер, его дела. Винсент, если уж ронять оружие, то после выстрела. Извините, не рассчитал. Что будем делать? Как что? Падать. Мыши-рокеры с Марса. Мыши-рокеры с Марса. Полный вперед. Авторы сценария: Рик Ангер, Боб Форвард, Том Татаранович. Композитор: Уилл Андерсон. Режиссер: Том Татаранович. Система управления — его слабое место. О, смертельная опасность! Что за кай? Модо, аварийная высадка. Вот что я вам скажу, ребята. В этой взбесившейся вселенной есть всего лишь три надежные вещи. Своя голова, друзья и мотоцикл. Надеть шлемы. Полный вперед! А теперь подача команды Чикаго. Они ничего себе! Но что это такое? Смотрите, теплый прием. Кто-то их предупредил. Не поясничай. Земляне, извините за беспокойство. Все, ребята, погнали. А ну гони деньги, живо. Ну. Ой. Эй, дружок, ты же не собирался никого бить монтировкой, правда? Нет, сэр. Отлично. Тогда ты позволишь? Попал. Мне уже надо бежать. Меня мамочка зовет. Классный трюк, не находишь? Спасибо вам. Возьмите сосисочку. Сосиска? Говорят, вкусно, я проверю. Пока, собрат. Ой. Прошу прощения. Горчички не добавишь? Как будем выбираться? Как обычно. Погнали.
Момент. Послушайте. Карбюратор брахлит. Пустяки, малыш. Найдем магазин запчастей, и я быстренько все улажу. Сомневаюсь, сколько уже едем, а ни одной мастерской не видели. Будем искать моду. Что-то пейзаж будет воспоминание. И не самые приятные. Прямо Марс, мили за милей, сплошные котлованы и руины. Но есть и светлое пятно. Какое пятно? Вот это пятно. Пойду на разведку. Передай своему хозяину, мне плевать, сколько у него денег. Гараж — последний шанс мой, он не продается. Неразумная позиция, дамочка. Мистеру Лимбургеру нужен этот участок, а мистер Лимбургер всегда добивается своего. Да? А ну слушай, ты, горилла неумытая, даю тебе 10 секунд, чтобы убраться, или я тебя вышвырну. О, уже трясусь от страха. Видите, какая дрожь. Фу, убирайся во свояси, пока цел, и скажи своему боссу, что ему не светит. Отлично, подъемник уже давно пора смазать. Я вроде начинаю злиться, цыпочка. Может, теперь ты увидишь щедрое предложение мистера Лимбургера в новом свете? Не с места, дружок. Лучше оставь даму в покое. А? И кто это заставит меня сделать? Кто меня заставит? Здорово, моя самая любимая фраза. Я тебя заставлю. Ой, вот незадача. Что с нами случилось? Нежный крошка-рокер ушиб копчика. Вставай, защищайся, Рохля. Что, струсил, мужик, ты или мышь? Дани? Мыши. Что, есть возражения? Ну и уютная у тебя мастерская. Крысы так и шныряют. Крысы? У моей мамы среди детей не было ни одной крысы. Ясно? Пора махнуть хвостиком. С этим комодом можно без церемоний. Катись отсюда, пока я добрый. Мистер Лимбургер будет недоволен. Бывают же такие скользкие клиенты. Ого, типичная маслиноголовушка. Маслиноголовушка, маслиноуродушка. Ребята, хватит, петуха пускаете. Кто запретит нам пустить петуха? Ладно, сдаюсь. Вы в порядке? А ну стойте, где стоите? Вы! Эй, только не нервничайте, мы хотим починить наш мотоцикл. Ага, мы хорошие. Вот она, людская неблагодарность. Не может быть! Меня спасла банда гигантских тушканчиков. Мышей, мэм. Мы мыши. Мыши? А вы ждали черепашек-ниндзя? Мыши с антеннами в рокерском прикиде на мотоциклах. К тому же мы на редкость хороши собой. Видала получше? Возможно. Зато мы обаятельные. Парни, откуда вы вообще свалились? С Марса. С Марса? С Марса. С Марса? Что, здесь эхо? Ответа я не убедил. С Марса? Ну, конечно. Я вам не верю. Давайте, выкладывайте все на чистоту. Ладно, слушай, но это долгая история. На нашу родную планету вторглись мерзкие пришельцы-плутарики. Вот, смотри. Плутарикам были нужны наши земли. Они растранжирили собственные природные ресурсы и теперь грабят чужие планеты. Они захватили Марс? Нет, они его скупили, настроили шахт, выкачали все полезные ископаемые и отправили на Плутарик. Точно. Мыши пытались бороться и были почти полностью истреблены. Модо потерял руку. Винни лишился половины лица. Он носит маску. А, подумаешь, это не важно. Оставшаяся часть все равно неотразима. Выдаешь желаемое за действительное. Знаете,
Вы рассказали, что натворили на Марсе плутарики, и я подумала, надо кое-что проверить. Похоже, они добрались и сюда. А, Чикаго. Скоро мне будет принадлежать весь город. Потом Нью-Йорк, Париж, Гамбург, Детройт. Хотя с Детройтом лучше не связываться. Эти автостроители – сумасшедшая публика. Но когда-нибудь... Я виноват. Чумазоид, мой мальчик. Да, босс. Ты заляпал мне весь ковер. Простите, босс. Постарайся больше не делать ошибок. Кстати, помнится, я поручил тебе купить гараж, последний шанс. Поручил или нет? Да, босс. И после этого сравнять его с землей, так? Верно, босс. Но почему он до сих пор стоит? Я не виноват, босс, честно. Налетели здоровущие мыши. Мыши? На мотоциклах? Опять они! Я этими грызунами еще на Марсе был сыт по горло. Карбункул. Да, ваше сырейшество. Помнишь трех зачинщиков нелепого марсианского мятежа? Трех мышей, ускользнувших из своей лаборатории смерти? Да, прискорбный случай. Я только начал свои эксперименты, как они скрылись. Эй, док, а можно четыре лапы, и я смогу аплодировать стерео? Ты заткнись. Карбункул, не отвлекайся. Сейчас мятежники находятся на земле. Хотелось бы знать, что ты намерен предпринять в связи с этим. Что ж, ваше чендерово сырейшество, если вы желаете поймать мышь, надо запастись хорошей мышеловкой. Превосходно. Теперь нужна только приманка. Закрыто. Ну вот, теперь порядок. Недурно, а ты смыслишь в мотоциклах. Лучше всех в Чикаго. Кстати, систему вооружения тоже можно усовершенствовать. Я кое-что добавила. Добавила? Вот это. Ну как? Совсем неплохо. Чарли, мне нравится. Спасибо, я ждала твоей похвалы. Пойду-ка приберу все, пока полиция не нагрянула. Ребята, сейчас попробуем переорать рев ваших мотоциклов. Миляга Джорджи Браун оглушит вас тяжелым роком, а поможет ему группа Guns N' Roses. Ну, что я вам говорил? Теперь согласны, что Миляга Джорджи Браун лучший диск-жокей в галактике. Кто спорит? Куда это Чарли пропал, а? Эй, суслики самокатные, ползите сюда. У меня для вас подарок. Нет, это ловушка. Закрой рот. Идите, что случилось? Хвосты прищемили. Ну и ну, почему они не пользуются дверью? Отпусти ее, масленыш. Вздумаете дурить, я дерну за веревочку, и вашей подружке хана. Ладно, друзья, прокатимся. Ребята, нет. На счет три. Только не делайте глупостей. По газам. И что дальше? Алекоп, малышка. Ну что, классно, я работаю. Пожалуйста, не дыши на меня, Винни. Ты чеснока наелся? Вот так всю жизнь. Никто не ценит. Трое против одного нечестно.
Слушай внимательно, масленыш, и передай послание своему хозяину. Какое послание? Скажи, что в город прибыли мыши-рокеры с Марса. Пусть закрывает лавочку. Запомнил? Да, вроде бы. Славно. А теперь пора в путь. Только не как в прошлый раз. Эй, слабонервных просят удалиться, как говорят в цирке. Раскрутили. Запускаем. Мистер Лимбургер будет недоволен. Опа! Пока. Но почему никому ничего нельзя поручить? Все приходится делать самому. Да, ваше сырейшество? Твоя крысоловка не оправдала надежд. Если не сумеешь извести мерзких грызунов, нам на земле ничего не светит. Что же, если в подвале завелись крысы, нам остается только одно – истребить их. Чарли сказала, логово Лоренса Лимбургера здесь. Нанесем-ка ему визит. Режим атаки. Проникнем в здание через крышу. Йо-хо! Потеха начинается! Да, вот эта вещь. Хочу такой же. В чем дело? Они пошли на штурм оружия боя. Знаете, у меня такое впечатление, что Лимбургер нам не рад. Теплый прием. Расходимся. Почему никто не избавит меня от этих назойливых грызунов? Нынче почти невозможно найти дельных помощников. Мне ли не знать? Эй, пахнет плутариком. Ну вот, как ты догадался. Завтра же прикажу заменить кондиционер. А? Карбункул? Да, мой мальчик. Очень мило, что ты меня до сих пор не забыл. О, я тебя хорошо помню. Помню, как ты отрезал мне руку. Но у меня теперь новое. Видишь? Да, довольно интересное изобретение. Кстати, раз уж заговорили о технике, хочу похвастаться своим изобретением. Крысолов. С двухствольной дудочкой. Вам конец, грызуны. Чудесненько. Похоже, нам пора прощаться с гостями. Приятно было поболтать, господа, но прошу извинить, нам пора. Полный вперед! Уничтожить их сила! Берите на себя шпану Лимбургера, а я разберусь с тяжеловесом. Туда тебе и дорога. Кажись, я сапнул жирную крыску. Крыса может и окрыситься. Ой. Если нет мозгов, и сотрясение не грозит. Двух зайцев разом. Попробуй поймать, жестянка. Конечная остановка, грызун.
вернусь. Да ну, жду открыточку. Да, не скоро мы починим нашу старушку. Катастрофа, она внутри. Раз уж вы застряли на земле, вам понадобится какое-то убежище. Поселиться в электронном табло? А чем плохо? Лимбургер со своей бандой нипочем вас здесь не найдут. Ха, дельное соображение. Но если уж за нас все решили, я предлагаю поехать перекусить. Я знаю, в центре шикарный магазин сыров. Да ну, вот уж чего не хочется. Тоже мне обрадовало, за кого ты нас принимаешь? За мышей. Я думал выпить кружечку шипучки и съесть сосиску. Ладно, друзья, погнали. Чур, малышка, со мной. Хоп! Ну, друзья, полный вперед! Вперед! Фильм